Всем привет! С вами Марина, это канал FIFA by Girl, где у нас продолжается карьера за Манчестер Юнайтед FIFA 21, второй эпизод первого сезона. К сожалению, проиграли мы первую игру на старте чемпионата Манчестер Сити 2-5, 5-2 на выезде на Этихаде. Или что там, это City of Manchester. В общем, проиграли. Ну, будем верить. Сегодня нам предстоит три игры против Тоттенхэма, Ньюкасла и Брайтона. Верим в команду? Поехали! Так, кто у нас на трансфере-то? Я что-то понять не могу. Вот этого пацана давай. Так, во-первых, контракт с ним продлим. Сколько у него там? 5600? 4 года. Так, давай в аренду. Минги. Так, Матич у нас на трансфере. Ой, Перейра этот бестолковый. И Лингард бестолковые, ребята. Давай на трансфер Перейру и Лингарда, что их мариновать на лавке. Так, если уж прям совсем приспичит, кого-нибудь с молодежки будем брать. Ну, а чего они будут сидеть, зарплату свою? Так, Рафинья, давай-ка мы тебе поменяем номер. 16, бери себе. Рано тебе еще семерка. Ну, посмотрите на лицо Мейсона Гринвуда. Ну, все, мне кажется, это труба. Так, ну, мы брали Рафинью, бразильца. А ты лишь бразилец, я что-то подумала, он португалец, он бразильец. В общем, здесь у нас есть все. О боже, с Тоттенхэмом играем. Тут, кстати, придумали такую фишку, как симуляция не просто быстрая, а там можно во время матча, ну, во время симуляции зайти, поиграть, там все дела. Я не буду играть на легенде, ну, потому что это жесть. Я поиграл на легенде несколько игр, но это жесть, ребят. Мне пока еще рано играть на легенде. Мне надо играть на профессионале или что-то, мировой класс, сейчас посмотрим. Ну вот на мировом классе поиграем. Ну потому что нет, я начала играть на легенде, это просто трэш. Это просто реально трэш. Там невозможно, там просто пасы, ни один пас точно не проходит. Ни один пас не проходит, это нормальная вообще история. Я пытаюсь, вечно пенальти свистит, я пытаюсь пас дать. Мы вдвоем не можем забить, а этот чувак подбегает и четверых накручивать. Ну, такая легенда мне не нужна. Пусть делают ее нормальной. Пока что попробуем так. Если я буду выносить всех по 6-0, то тогда другой разговор. Пока попробуем так. Не, ну серьезно. Я начала играть несколько игр. Это жесть. На легенде я не могу играть. Я все отменила, и я попробую на мировом классе. Доброе утро, тренер! Ты проснулся? Я хочу играть в свое удовольствие. Я не хочу играть в страданиях. Когда я даю пас, и у меня пас ни один еще не прошел. Это вообще что? К воротам подбегают, а к ворота тут же ворота заняты. 1-0! Муса Дембеле. Это мировой класс. Сезончик на нем сыграю. Если совсем будет все легко, то будем на легенду возвращаться. Но пока это только началось. Еще не вечер, как говорится. Супер пас от Бруно и супер гол от Мусы. Я согласна, что соперник может играть здорово, но не так, что я просто как нуб какой-то. Пас не могу. Это что такое? Фух, спасибо, Дехе. Слушайте, я думал, Ван Бисака контролирует там, кто Сисако, кто бежал. Нет, просто бежит мимо человек. Ну, как-то надо научиться. Смотри, что они опять начинают. 1-1. Научиться в оборону возвращаться. 1-1. По центру, как обычно. Хён Мин Сон забивает нам. Почему? Почему Шкринер туда рванул? Ну, серьезно. Вешай. Ух. Сам угловой? Или отворот? Отворот. Ну, конечно, Дэвинсон Санчес. Жестко. А, нет. Юрист такое видит. Вообще как-то все перестроились. Ван де Бек слева. Ух, слава богу, подумала, Моура уже колотит нам. Ну как так-то? Почему мы не первые на мяче?
Ох, тяжко, как играть, а, против топов. Да блин, ну, я только собралась отдать пас на гол Дембеле, а его уже закрыли. Смотри, смотри, что они делают. Давай, спасай! Ты. Фол. Да камон, судья, ты там вообще... Что там углядел? Желтую, я надеюсь. Спасибо. Что было? Ну, в мяч, а потом в ногу. Ну да, ну это Англия. Ну, судья! Ну ты почему не свистнул? Ну уже переиграли. Блин, Дели-Аль. Ясно. Ну это вообще, конечно, это жесть, как они разыгрывают дубль нам. Парень кладет нам два мяча. Ой, Вильямс ни о чем просто. Ему тренироваться и тренироваться. Офсайд. Спасибо. Рафинья выходит. Погба выходит вместо Дони. Фред вместо Мактоминая. Два-два. Поль Погба. Празднование прошлогоднее. Какие-то шорты другого формата стали у Манчестера. Красиво. Ну, вот я говорю об этой несыгранности. Опять она включилась. Я не отдавала не тому вообще человеку. Блин, сейчас вторую желтую получит. Ну почему? Так, кто у нас может слева сыграть? Ладно. Давай, Рэш. Не все равно как, но сделай что-нибудь на левом фланге. Да, конечно, он сбил игрока без мяча, Хойберга. И кто у нас будет играть в следующем матче на левом? На левом фланге. Вот что это было? Моура нам звонит. Ну что было? Вот розыгрыш, вот пас. Все, один. Никто его не держит. Решфорд не понимает, что надо держать Мола. Два поражения, что ли, сразу? К ряду. Это не красная, это не желтая, это никакая. Нет, с таким нападением нам делать нечего. А, просто он не убежал. Что, мне 5 защитников ставить? Матон продан в Вест Хэм. Ромеро, Реал Бетис. Да, принимаю. Фреда хотят купить. Лацо. Аренда без права выкупа, да. 1 год, да. Ну. Он так предложил. Не понимаю, сумма трансфера это потом, что ли? 2 500. Или это аренда стоит? Я не знаю вообще, потом будем смотреть. Опа! Лестер. Да, ну, Лестер, давай за 28 лямов. Раскошелится Брендан Роджерс. Какой-то забавный. 28 500. И забирайте его. Он даже не на трансфере у нас. О! Лестер готов. Эрик Баи может оказаться в Лестере.
Он 19 строчки. Достойно. Ромеро не уходит никак. Ну подумай, Дембеле хочет в старт. А, у нас тут трагедия, блин. Горим, проигрываем всем подряд. Автоматически. На кого он там заменится? Состав. 5 защитников. Далот. Хорошо, Далот есть такая буква. Давай. У Ньюкасла какая-то форма интересная. Так, поехали. Дехе на месте. Спасает после удара Вилсона. Рэшфорд. Фух, красота. 0-1. Рафинья забил. Проснулся. Пустые, не промазал. Рэш. Удар. Вратарь отбивает, и Рафинья с левой. Красиво. Засчитают? Второй. Дубль. Бразильцы. Так, Погба. Рэшфорд бил и... Защитник отбил, но Рафинья смог добить. Фух, нормально. Дубровка на месте. С углового забьем. Ух ты, красиво летело, но Дубровка тащит. После удара Мусы Дембеле. Смотри, как он красиво хотел. Да, за шиворот. Штрафной. Конечно, Кларк этот. Вечно молодой. Такое лицо у него юное. Ну что, попробуем. Ух, каркас, перекладину. Ё-моё. Да ещё... Не получилось. Погба устал, давай его заменим на Ван де Бека. Марсиаль выйдет в атаку. Дони! Да! 3-0! Дони Ван де Бек! Красавчик! Голландский малыш! Тоже лицо у него такое детское. Оп, отыгрался с Марсиалем. Оп, но это красиво. Это красиво. И, кстати, в угол Дубровки, между прочим. Так. Давид, спасай, пожалуйста. 3-1. 1-3. Так и забил нам Каллум Вилсон. Ну, просто Шкринер не смог подкатить и мяч забрать. Ой, что-то быстроногий выходит Сен-Максимен. Пенальти? Конечно! Дамет, вот это Дамет уже, да. Так, козликом пробьет Бруно. Вообще, это красное. Это же железное красное. Нет, тащит Дубровка и козликом не пробил. Ну что, у нас Рафинья устал. Давай, Джеймс. Посмотрим. Джеймс очень быстрый парень такой. О, ну красота какая! От Даниэля Джеймс отвалится, а! Красиво вышел, забил. 1-4. Давай, Манчестер. Давай, Бруно. Красота, 1-5. Что-то там упал. Устал уже.
Отлично. Ну все, тут уже... Это супер! Это супер! Я думала, сейчас еще защитник меня в голове мысль мелькнула, накроет. Но нет. 1-6. Громим. Жаль, что мы только на дне еще таблицы. Ну, в середине уже будем. Наверное. Разницу голов надо сделать, конечно. Бруно. Бу-бу. Марсиаль. Молодец. Ох, что это? Блин, шкринер, ну... Да опять эти... Опять вот эти вот парашюты. Как они так делают, а? Сен-Максимен там сбивает. Ну, шкринер не поборолся. Я не знаю, почему так. Какой-то бред от ФИФы. Она какая-то еще недоработанная. Я не могу понять. Нафига мне вот эти два пропущенных гола? Нормально. Нормально, 2-7. Как недавно Ливерпуль проиграл Астон Вилле, также мы обыгрываем на выезде Ньюкасл. Марсиаль, гол плюс пас. Поменялся с Бруно. Ох. Близко был Дони. К дублю своему. Поздравляем, 2-7, обыгрываем Ньюкасл, но пропускаем два мяча, мне, конечно, не нравится. Бои продан в Лестер. Рэшфорд, Милан за 89,5. О, Бенфика проснулся. Давай, за 10. Бенфика, Перейру. Да, я вижу его там. 8500 до сих пор. Давай 9500 хотя. Блин, Бенфика, ты чего? Давай 9500. Не жадничай. Все, есть такое. Так, Туанзебе хочет. Твой шанс. Ну давай, Фланзеви просится. Старт. Упамекано. Перехват. 77. Давай купим Упамекано и будем его тестить. Витя Линделев, я предлагаю тебе отправиться туда. Большую зарплату ты ешь. И у меня еще там, смотри, у меня будет 4 нападающих, 4 центральных защитника. Ну, может, кого-нибудь найдем. Ну, Витя Линделев, я на него вообще не рассчитываю. 37 миллионов, так. Ну и 15 и Витя Линделев. 32 300. 27 500. Нам нужен центральный защитник. Так, они согласны. Какая у него зарплата? 36 тысяч. Ну, я думаю, он сейчас 1000 на 80 захочет. Как бы не на 100. Хотя на 21 год. Сейчас посмотрим. Мне писали, хотим видеть Верати. Ребят, какой Верати? Куда его? Куда мне Верати? Давай 80 тысяч. Тут не плачь. Все, ура! Не знаю уж, какую ставить сумму. 50, он распсихуется. Так, Упамекано мы купили. Сколько денег-то у нас? 37. Нормально. Упамекано для лавки. Туанзеба у нас есть. Еще вот этот парень может сыграть. Я думаю, второй номер ему дадим. Второй хочу номер. Давай, знаешь, что сделаем? Продлим контракт на Суменса. Ну, конечно, мы тебя не будем продавать. 3 года. Нормально. Какие зарплаты, я скажу вам. Просто нам сейчас надо перезакрутить. Ох, папа. 90. Давай 235. Нормально. Лингардини никто не берет. Туанзебе, ты тебе еще рано. Поехали. Мировой класс. На Олд Траффорде. Зажги. Зажгись, новая звезда. Перекладина. Да, красивый был бы Голясо, но перекладина. Это гол. Это гол. Это Поль. Опа. Или как он там празднует? Вот так? Так он пока не празднует.
Как он оставил в прошлом свое празднование? А, вот объявляют его. Значит, на стадионе соперника не объявляли. Ладно. Ну, Даниэль, ну это что такое было вообще? Это удар? Это какой-то ударчик. Ну, защитник, да? Угловой. Да. У нас отдыхает. Эх ты. У нас отдыхает Бруно. Ну, с Брайтонами и с Ньюкаслами получилось пока что. Голевая Марсиале. Это красота. Это похожие голы, и мы знаем, как вскрывать Брайтон здесь. 3-0. Я говорю, посмотрю полсезона хотя бы. Если у меня все будет так залетать, то я верну легенду. Но у меня с Ньюкаслом мне было тяжко. А сейчас, ну, Брайтон, да. Это Брайтон. Но с ними на легенде играть. Сейчас они меня 1-1 сделают, и ни один пас не пройдет. Бомикано пролетел мимо мяча. 3-1. Пролетают наши центральные защитники. Андона забивает нам. Ну, блин. Ладно. Брайтон, конечно, они тоже не будут особо церемониться. Ну и на кого я должна пасовать? Вообще нет. Никто не добежал. Так, ладно. Давай замены сделаем. Туанзебе вместо Упамекана. Ладно, все, Упамекан, иди отдыхать, что выдохся тоже. Линги, пора тебе выходить. А что такое с Дембеком? Он устал, да? Это, кстати, не знак был. И давай Дембеле. Лингард, может, тебя кто-нибудь купит? Сейчас ты заковыряешь пятёй. Ой, как красиво! Ой, как красиво! Это супер. Вперед, резко назад и голясу от Джеймса. Надо посмотреть, с кем мы там в Лиге Чемпионов живу, да? Играем. Оп, оп, оп. И назад. И все, качнул. И сделал дело. Нормально. Смотри, как чисто. Что это вот за анимация? Как он так пролетел мимо мяча? Вот он на роликах, что ли? Лингард, я тебя прошу, один пас отдай нормальный. Ты что вышел? Смешить народ на ультрах? Бей! Ух, ну, кстати, красиво было. Да, Дембеле карточку получает. Спалил там в атаке. Да ладно тебе, судья, прям сразу надо желтую давать. А Лингард, что, он пошел разбираться сразу. Все, победа 4-1. Обыгрываем Чаек. На каком мы там месте, на 8-м будем, наверное. Давай посмотрим. С топами пока не получилось ничего, но ничего страшного. Посмотрим на этом... В мировом классе дальше как дела пойдут. Почему в МДБК там? Тут? Так, игроки в сборную отправляются. Нормально. А Телиш отправил. Он что, выздоровел, да? Лингард. Вест Хэм его хочет. Так, Телиш. Вест Хэм у нас уже мату взял. Теперь Лингард, ну давай. Это вообще ужас был, то, что он вышел на поле. Я не знаю, зачем он нам нужен. Представьте, если он возьмет и заковыряет нам голы. 13 миллионов. 11, 300, еще 1%.
Давай 11500. Дэвид Мойс забирает Лингарда себе. Удачи тебе. Ты подходишь. Погба сбалансированный завершено. Окей. Разлучим пару Решфорд Лингард. Так, Далот? Не, он для Лах. Рома его в реальном футболе Милан арендовал. Итальянцы за ним охотятся. Ты лишь выздоровел, да? Это прекрасно. Так, у нас трансферное окно заканчивается. Перейра не перешел в Бенфику. Как это обидно. Я сейчас просто проведу трансферное окно до конца. Главной сделки Иммобили перешел в Реал. Мюллер в Реал. И Одегар в Сити. Он нам уже забил. Никто не покупает. Да не нужны никому эти люди. Ни Матич, ни Лингард. Лингард продан. Вест Хэм. Ромеро. Так, тут уже нам надо просто принять. Перейра не нужен. Матич, по-моему, тоже остался у нас. 5 часов до закрытия окна. Ромеро продан. Ура. Матич. Тоттенхэм. Давай. Я даже не буду торговаться. А то тогда психанула Боруссия Дортмунд. Ну, осталось 3 часа. Я не знаю, насколько мы успеем продать Матича. Тоттенхэм. Ладно. Хоть прямые конкуренты, но вряд ли он там будет у них играть. Да, мы продали Матича. Все, мы избавились от ненужных активов. Перейра? Ну, вряд ли он сейчас. Они сделают так, чтобы... Он взял и перешел за последний час. По-моему, FIFA это невозможно. Да, переговоры, трансферное окно закрыто. Отчет. Вандер Линден. Слушайте, у меня был такой чувак, по-моему. 195 сантиметров. 15 лет. Обалдеть. Сасаки. Нет, Сасаки мы этого... Завершим контракт. Алдебах. Ну, он не... Это вратан? Не, у него рост низкий. Смарт. Бут. Кебе. Дубе. Полс. Вербик. В общем, пока что я убираю всех, у кого плохие статы. Вевер. Амара. Ух ты. Амара это топ какой-то будущий. Босс. Вандер Линден. Развивается. Так, теперь мы смотрим таблицу. В Лиге Чемпионов на кого мы попали? Та же таблица? По-моему, да. Только там не Башак Шахира, а Истанбул. Ну да, ПСЖ Лейпциг, Башак Шахир. Я вам скажу, да. Значит, в следующем выпуске у нас Вест Бромвич Альбион, Ред Булл Лейпциг, откуда мы взяли Упамекана, и там, между прочим, Витя Линдельёв. И Саутгемптон. Мы идем на 6-й строке. Да. Телиш вроде выздоровел. Резерв у нас мал. Ну, в аренде ребята какие-то. Но... Пойдет. Для лавки пойдет. Еще в следующем сезоне усилимся. Итак, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Скоро увидимся. Всем пока, салют. Агва. Болейте так футболом.